Надписи на стульях. Слева козырог, справа дипломник. Ой, где это я? Ой, а что сейчас будет? Кино? Ну, что-то вроде этого, кино. А какое, про бандитов? Да, вроде того. А Горева 6? Нет. Рокки 4? Да нет. Петровка 38? Да нет же. Дубосековская 9. Творческое объединение «Астероид» представляет художественный фильм «Дубосековская 9». Творческая группа выражает благодарность войскам Московского краснознаменного военного округа, а также соболезнует родным и близким студентов, отдавшим концы при съемках фильма. Ой, общага. Узнал, Козер. Да, это наша общага. Это окно моей комнаты. То утро началось как обычно. Как ты уже, наверное, понял, с утра на лекции у нас ходят совсем не все. Дурное это дело, ходить на лекции. Но в тот день наш декан решил устроить проверку посещаемости и посетить все комнаты в общежитии. Дошла очередь и до нас. Проверка из деканата. Войдите. Декан, приснится же такой. А у меня с утра в тот день были лабы. Вот только вспомнил я о них несколько поздновато. Ой, а это что? Смотри, увидишь, салага. О, а это наша яма. Ой, а эти здесь зачем? Смотри, сейчас увидишь. Сорок третий. Три к одному не добежит. Хоп, 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 хоп. Ой, а это что такое? Суровая правда жизни. Смотри и запоминай, салага.
Так, эти прорвались. Куда они все бегут? Смотри, о, засада. Ого. Коржик, пожалуйста. Победитель. А это наша вахта. Удивительное место, которое соединяет общежитие с миром. С миром, в котором растут деревья, зеленеет трава, пахнут цветы. И вообще живут нормальные люди. Ваши документы. Ваши документы. Ох. Господи, как же это надоело. Ваши документы. Ваши документы. Сам дурак, ваши документы. Ваши документы. Ваши документы. И так продолжается. День за днем и час за часом, пока на вахту не приходит дежурный наряд с военной кафедры. Покупайте пулеметы фирмы «Астероид». Лучшее средство для решения споров с соседом по комнате. А у меня закончились лабы, я возвращался домой. Стой, стой! Ты куда? Ты что? Туда нельзя! Куда ты, куда ты? Спокойно, салага, проверено. Понаворотили там. Бронежилет фирмы «Астероид» не берет даже пулемет этой же фирмы. Из Кевлара? Из общежитейской простыни. О, еще одна жертва коржика. От этих штучек не спасает ни пулемет, ни бронежилет фирмы «Астероид». А наши в комнате еще даже и не просыпались. Эй, вставайте за Соню! Че разлеглись-то, лекции-то уже давно кончились. Но тот день завершился очень необычно. Мужики, 24-й корпус построили! Примечание.
моменту съемки фильма 24-й корпус строился уже 14-й год. Московское время 6 часов. Проснувшись ранним воскресным утром в 12 часов дня, Дима поинтересовался, какому чудаку понадобился будильник в такую рань. Ему объяснили, что ни он, ни будильник уже никому не нужен. И тогда в Диме проснулось здоровое чувство мести. С приближением сессии количество больных в нашей поликлинике увеличивается. Волнует сессия и Сашу. Объявлена смена белья. Первыми на смену прибегают козероги. Опытные люди появляются позднее. Thank you.
Теперь можно и бельишко поменять. Поесть в воскресенье в Судгородке – дело нелегкое. Пока мы ходили искали еду, температура у Саши упала на 4 градуса, но он не сдавался и стойко продолжал бороться. В связи с отсутствием возможности поесть в столовой, было принято решение приготовить еду самим. В ход пошло все, что было. Последний стратегический запас был сделан. Универсальное рагу, не пожелаешь и врагу. Оригинальный рецепт фирмы «Астероид». Спички в общежитии – редкость. В связи с ремонтом котельной до конца недели не будет горячей воды из объявлений на вахте.
сад, из района Московского авиационного института на околоземную орбиту был выведен неизвестный космический объект. Далее прилагается видеозапись, полученная с борта орбитальной станции МИР. Дима возмущается, почему в комнате до сих пор такой беспорядок. Закон. Приготовил поесть, позови друга, но дожидайся, когда он придет к тебе сам. Запах пищи привлек внимание сотрудников оперотряда. Кому-то прячемся. Мы же общежитейцы. Эй, ребят, мы ж свои. Куда вы нас тащите? Саша наконец-то получил справку и мог спокойно отдыхать, не боясь экзамена. К сожалению, на этом месте оригинал утрачен. Но он предполагает, что Дима получит снежком физиономию, выпустит кастрюлю, и кастрюля упадет на голову Саши. На этом наша веселая история и заканчивается.